Итак, это, естественно, Ocean Block. У меня тут появилась мысль, а почему бы нам с вами не сделать максимальный реактор из ПАВа? То есть вот этот вот, у которого производство будет максимальная отдача 800 кей, в ТИК будет 5,4 тысячи минимум. Емкость 80 миллионов. Почему бы не замахнуться нам на нашего Уильяма Шекспира, да? То есть нам нужно будет на него исключительно вот нитрокристалл, это типа самое сложное. Но на самом-то деле нифига, потому что нам нужно сделать хотя бы 4, и дальше мы сможем сделать семена. Семена, правда, делаются довольно-таки противно, потому что, ну, нам понадобится здесь нитрокристалл, 4 инсаниевые эссенции, сами понимаете, что это довольно-таки дорогая штукенция, то есть нужно просто очень много другой эссенции, эфиревой и так далее. Вот, но это же реально, это действительно реально, мы можем сделать с вами в электролизации 16 нитрокристаллов, нужно всего лишь 20 миллионов энергии, 2 редстоун блока, 1 блок пламенных кристаллов и 1 звезда Незера. И за кадром я тут чуть-чуть, совсем малость поработал, поставил здесь... как раз Blazing Crystal Crop. То есть у нас с вами как раз эти Blazing кристаллы, которые делаются вот здесь вот, из палочек ифритов, то есть, естественно, из огненных палочек. Соответственно, здесь я, естественно, тоже все полностью доделал. То есть поставил систему, чтобы она собирала все, что может нормально стакаться, все, что нам может пригодиться, и все, что нам может не пригодиться, остается пока что здесь. И все, что нам, в принципе, не нужно, пока что остается здесь. То есть, если что, я могу... Сюда можно поставить мусорку, чтобы это туда выкидывалось. Но я еще пока что подумаю, потому что, например, здесь защита 1, а вот здесь защита 3. Может быть, я защиту бы 3 даже оттуда вынул бы и зачаровал в другое место. Так что пускай пока что будет здесь, мы к этому потом еще вернемся. Ну-ка, включаем наш ранец. Вот, тихо, аккуратно. И таким образом у нас с вами здесь хранится абсолютно все. Конечно, оно может забиться. Вот самое главное, что здесь огромное количество инферевой эссенции, и это нам как раз сегодня в этом выпуске поможет, потому что если бы ее не было, я бы на самом деле не стал на такую идею, на такую фигню замахиваться. То есть нам сейчас остается с вами, у нас есть звезда Незера, за кадром опять же убил еще одного иссушителя. Сами понимаете, это очень просто, я просто решил сейчас вас не, ну как бы, не мучить этими вещами повторными и сразу перейти к действию. То есть нам нужно два вот таких блока, нам нужен блок пламенных кристаллов, естественно, у меня, как видите, довольно-таки большое количество. И, в принципе, все. Нам нужно это все закинуть сейчас вот сюда. А, вы знаете что? Я замучаюсь ждать, пока у меня сюда 20 миллионов наберется при помощи вот такого вот заряда отвода. Блин, надпись сверху можно выключить только, например, переместив его вот сюда. Ну ладно, бог с ним. Соответственно, нам с вами нужно сейчас либо сделать получше заряда отвод нитра. Но нитро я не сделаю, потому что это слишком дорого. Такой вот 300 FE в тик, пламенный. А он у нас с вами здесь и стоит. Вот он пламенный. Ладно, значит, просто будем ждать. Закидываем сюда звезду, закидываем сюда это добро, это... И ждем, пока здесь наберется 20 миллионов. Если я не ошибаюсь, это место у меня, эти чанки подгружены. То есть мы сейчас с вами можем это протестировать, чтобы это все работало. Очень важно это дело посмотреть. Смотрите, 920 тысяч. Сейчас мы отсюда уйдем немножечко в энд. Я просто хочу покопать драконевые как раз руды или еще что-нибудь такое там. Вообще посмотреть, что у нас в энде есть, потому что, как минимум... Спокоха, давай врубайся, пожалуйста. Я его снял. Я его снял и хочу включить. Молодец. Так вот, как минимум, мы же здесь с вами города еще можем найти. И может быть в городах какие-то сундуки будут. У нас с вами есть что-нибудь, чтобы сюда кинуть? Мне кажется, нету, да? Ладно, понятно. То есть... Я не понимаю, почему ничего не прогружается. А, во, все, пошла прогрузка, хорошо. Ну ладно, давайте пролетимся. Umbrella Jungle. Прикольно. Красивый биом. Я таких биомов даже не видел раньше. Это очень круто. Но это мне говорит о том, что у нас будут проблемы, чтобы найти города. Это просто офигенно. Интересно, какой мод добавил сюда все эти биомы. Вау. Вы знаете, а сборка-то на самом деле заиграла новыми красками, потому что, ну, мне, во-первых, нравится то, что здесь в Энди появилось вот это великое озеро вместо великой пустоши, которая здесь всегда была. То есть великого ничто. Во-вторых, мне нравятся вот эти биомы, они просто шикарнейшие. Есть, я его нашел, он прям прогрузился мне в лицо. Шикарно. Черт, 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 нет, 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 подожди, подожди. Сейчас, подожди, у меня что-то было. Вот это, например, да? Забью тебя? Нет, ты телепортнешься, я понял. Давайте стырим здесь немножечко вкуснятины вот этой. Спокуха. Вон корабль, наконец-то все вижу. Я не знаю, нам это сейчас как-то понадобится или нет. До свидания. Идем сейчас с вами сюда. Здесь что-нибудь исцеление. Но это вся фигня. Самое забавное, я его даже так пробиваю. Пробиваю прям отлично. Что париться даже не нужно. Прочность, несъемность, подводная ходьба, защиты 4.
То есть, в принципе, это спокойно можно забирать. Прикол. Ладно, я думал, что что-то все-таки получше будет. Давайте элитра заберем. Именно за этим я сюда и пришел. Если серьезно, я сюда пришел не за элитрами, я сюда пришел за какими-то сундуками, за какими-то ресурсами, но их здесь нету. То есть, ну, я имею в виду сундуками именно из этой модификации, из этой сборки. Но их здесь не оказалось. Но прошло минут где-то, наверное, 15, 10-15 минут на поиски ушло. Соответственно, пойдемте посмотрим, сколько за это время энергии передалось. Надеюсь, что нормальное количество. Так, это мы с тобой отключаем. Кстати, звук пропал, прикольно. Ну-ка. Ну, неплохо, 6 миллионов. То есть, в принципе, самое главное, что энергия передавалась. Что-то из элитр здесь делается, интересно. Модуль «Виверный полет». Понял тебя. То есть, они так или иначе нужны были. Ну и также, естественно, давайте попытаемся сделать инсаневую сейчас эссенцию. Потому что мы еще ни разу не делали, то есть нам понадобится... Я сейчас даже хочу попытаться понять, сколько. 4... Да, нам нужно всего лишь 4 этой самой супримовой. То есть это получается 1, 2, 3. И все? Нам нужно было 4 еще. Это получается у нас с вами 64 еще, да? И нужно еще 64, если я все правильно понимаю. Есть! Вот теперь хватает. У нас сейчас сломается вот этот кристалл, как он там делается. Давайте сделаем новый. Старый все-таки добьем. Ну и теперь уже можно делать вот такую вот. Так, а что сейчас сделал-то, господи? Это все закидываем туда. Делаем вот такую. У нас с вами сломался кристалл, не страшно. Из нее делаем... Что у нас с вами дальше идет? Империевая? Угу. Дальше 4 супримовой. И теперь из нее-то... О, еще даже одна штука осталась, классно. Из нее мы можем сделать только одну инсаневую. Одну, черт побери. А нам нужно 4. Нам нужно 4, жесть. Это на самом деле будет очень сложная задачка, да? Но нам понадобится не только инсаневая эссенция, нам понадобится еще и инсаневая пашня. То есть, если не ошибаюсь, у нас вот эти как раз семена, давайте еще раз проверим, они только на такой пашне и растут. Соответственно, мы на нее можем сейчас посадить пока что семена инферия, ускорить их, посмотрим, что из этого получится, да? Нам с вами нужно сейчас обжечь это добро. Кстати, да, по вашему совету я сделал несколько бутылок, и тут возникает проблема, что... Хранит только одна, то есть, понимаете, я не знал об этом. В общем, я не понимаю, как это работает, видите, оно скидывается. То есть, ты не можешь обмануть таким образом систему и сделать несколько бутылок. Не, ну я надеюсь, что это нам, естественно, ускорит сейчас производство эссенции, то есть, хотя бы чуть-чуть. Ну, ладно, нет, я надеюсь, что это ускорит не чуть-чуть, а надеюсь, что это ускорит довольно-таки сильно. Тем более, все-таки мы можем туда сейчас вкинуть дополнительное время. А что там, не подобралось у меня, да? Ладно, потом. Аккуратно ее туда сажаем, точнее ставим, чтобы только не через shift. Ну неплохо так, да? Вау, сюда сразу начало приходить. Нет. Сюда ничего не нужно передавать. Отдавай обратно, мы сейчас с вами так раз подберем эту штуку. Что здесь и не место, мы сейчас положим ее пока что вот сюда. Все, вроде все отсюда забирается, отлично. Ну и самый лучший вариант, я не думаю, что стоит там до 124 поднимать. Либо 32 ускорять. Да, 32. Ну, либо 64. Сколько мы потратили? Довольно-таки много, на самом деле. Ну, то есть, это мы с вами все провернули. Сейчас нам это больше не нужно. Я вот хотел вот эту фигню сделать, то есть, постройщик визоров. Я так понимаю, что постройщик визоров будет автоматически создавать визора. И дальше, например, вот эта система, но это такая, знаете, приблуда, которая... Я попытался поубивать визора, но... Она почти не наносит никакого урона. Я хотел смайт сюда добавить, да? Смайт. Ну-ка, давайте посмотрим еще раз. У нас гнилой плоти 281 штука. То есть, по идее, этого должно хватить. Мы ее сейчас сюда закидываем. Теперь нам понадобятся кусочки золота побольше. Ну, вроде там было довольно-таки большое количество. Редстоун там есть. И нам нужно 10 штук вот таких вот. 6, 7, 7. Да? Почему? А, редстоун закончился. Серьезно? Да, прикинь, редстоун весь потратили. Не, мы на самом деле не потратили, мы сделали из него блоки, и блоки, они там лежат, все хорошо. Давай, еще 3 забираем. Можно было бы удачу сделать, но я не думаю, что удача как-то повлияет, что там будет по 2 звезды выскакивать. Или будет. Это на самом деле можно было бы проверить. Ну-ка, сделаем с вами, сколько мы сможем сделать. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да все, нам этого хватило. 10 удачи. Тоже закидываем сюда, и какие у нас с вами еще есть? Это радиус, это неинтересно. Это нам тоже не нужно. Отрубание головы тоже нафиг. Огненный аспект нам это тоже не пригодится. Нас здесь цепануть вообще не должно, да? В общем, оно его бьет. Ну, вы видите полоску сверху. Мы можем сейчас вот так вот сделать. И снять даже реактивный ранец, чтобы не мешало.
Оно его бьет, но оно его бьет ужасно медленно. Нет, это ничего не дает. В общем, короче, все точно так же, как и обычные. Ладно, хорошо, то есть, ну, таким образом еще одну звезду получили. Ну окей, за это время мы с вами выполнили несколько заданий, то есть здесь у меня выполнились вот эти семена. Забираем. Кольцо фей, блин. Дальше инсаневые эссенции, тоже Санта-таканные, что это такое? Ужас какой-то. Да нафиг не упало. Мини-утилитис. Мы с вами не забрали в прошлом выпуске вот это. Флаксовый блок, несколько блоков нам дали. Ну и в принципе все, да? Ну и в общем, собственно говоря, у нас с вами все получилось. 16 штучек. Жалко, что нам это сейчас никак не поможет в том плане. Ну, нам, может быть, это и поможет, но мы не сможем сделать 30... Сколько там блоков? 36 блоков, 34 блока, что-то типа того. Я поэтому немножечко полез в Draconic Evolution посмотреть, что нам с вами там дальше нужно. А дальше нам нужно на самом деле... Где оно, черт побери? Вот оно. Нам нужно вот такое ядро слияния, то есть при помощи него мы уже сможем делать все, что угодно. Но, естественно, понадобится большое количество... Просто мне нужно куда-то потратить время, я думаю, что стоит заняться пока что этим. Нитрокристаллы с вами уберем. Так вот, мы с вами Draconic Evolution уже начали. Начали немножечко щупать. Вот у нас с вами есть слитки драконевые. И, в принципе, из 4 драконевых слитков, если я все правильно понимаю, и супримовые эссенции, мы можем сделать семена дракония, которые растут, в принципе, так нормально, на супримовые пашни, инсаневые. Даже империевые пашни они растут. Оу, это прям халява, потому что как-то еще по-другому их крафтить, там, копать в Незере, в Энди. Я немножко полетал, посмотрел. Нафиг это нужно, это слишком долго, это неинтересно. Лучше именно заняться вот таким образом. Тем более, что у нас потихонечку инферевые эссенции опять начинают подползать. То есть мы сможем сделать 4 супримевые, я думаю. Ну, на самом деле, может быть, даже если не в этом выпуске, то в следующем. Потому что Draconic Evolution — это тоже такая штука, которая нам понадобится и понадобится очень скоро. 64, 64. 64 больше не получится, ладно, хорошо. Кстати, я понял, что мне вот это все сейчас не нужно. То есть у нас с вами здесь... Этим я на самом деле сейчас абсолютно не пользуюсь, зато у меня стоят здесь поты, естественно, у меня здесь пашня. Вот таким образом, все, вот теперь у нас с вами действительно здесь, ну как сказать, я удвоил производство, если не утроил, потому что у нас было раз, два, и было где-то здесь три. Теперь у нас с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот это девятое, десять... 11, ну то есть, вот это, конечно, отсюда уйдет куда-нибудь со временем, но пока что пускай там, пускай работает, она нам еще пригодится. Так вот, это сейчас тоже убираем, это не нужно в кармане. Ну, я думаю, что теперь-то у нас с вами действительно производство инферевой эссенции должно прям в разы скакнуть, и скоро у нас с этим никаких больше проблем не будет. Тем более, время 20 минут есть, я могу сейчас еще ускорить. Есть, я сделал, все хорошо, 4 супримевый, теперь нам с вами нужно 4 драконовых слитка. Еще раз, нет, не так, из чего он делается, эссенции, семена. Семена нам нужны самые обычные, слава богу. И вот таким образом у нас с вами будут делаться драконевые слитки на автомате. Ну, в будущем я надеюсь, что у нас с вами семена дополнительные появятся, и с этим никаких проблем. Ну, естественно, появятся, куда они денутся. Мы можем даже сейчас прям действительно в Прудентиевую посадить и не париться, потому что прямо сейчас никакой другой нету. Если не ошибаюсь, если мы вбиваем сюда сейчас эссенция... Вот она одна, империевая, да, сорян, империевая, безусловно. То есть здесь у меня такая уже на самом деле плотненькая застройка идет. Последняя труба. Нужно будет сейчас... А, нет, еще 4 есть, хорошо, это я специально так сделал. Одну поставил просто сюда. Но все равно нужно будет еще делать. Это все ерунда, это делается очень быстро. Есть, хорошо. Давайте сейчас не накосячить только. Все аккуратно, это сюда не сажается. Ладно, хорошо, значит мы просто сейчас забиваем на алмазы, знаете. Мы сейчас их пересадим, так... Идите сюда, ребятушки. Я уверен, что это просто неправильное отображение. То есть не может он там расти. Ну не может, естественно, такое семя расти в такой земле. А вот здесь вот, вот здесь, пожалуйста. А вот ты можешь спокойно расти. И ты здесь не можешь расти, да? Что-то меняли, что ли? Там что у нас с вами? А, су, вот это вот мы с вами можем спокойно подобрать. Что там такая хорошая земля? Это вообще какое-то издевательство. Так, вы идете сюда. Все отлично. Ну а сейчас можно просто скрафтить, давайте, ядро слияния. То есть нам нужно еще одно ядро дракона, это легко. Теперь ядро слияния нам нужны 4 лазуритных блока, это у нас с вами тоже все есть. И естественно, вот оно само, панц. Мы с вами, по идее, должны были бы даже выполнить какое-то задание, вот только возможно, что у нас что-то предыдущее не сделано. Но естественно, чтобы дальше по Draconic Evolution продвинуться, вот у нас с вами еще базовый инжектор слияния. И нам нужно будет, то есть мы с вами сейчас сделали само ядро слияния, да?
И нам нужно будет поставить инжектор, если они... Здесь нету места под это дело. Черт. Но вот эту стенку можно выкопать и... В принципе, сделать это здесь, как вариант. Да, тоже... Да, в принципе, нормально. Действительно, это здесь можно провернуть. Но нам их понадобится, чтобы, например, сделать... Давай посмотрим, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать, например, хоть какие-то инструменты. Здесь было написано, естественно, в подсказках, что инструменты без апгрейдов не работают. То есть нужно будет еще апгрейды делать. То есть на самые базовые нам понадобится минимум 6, да? Но желательно, наверное, штук 8 сделать таких вот. Делается он ядро дракона. Блин. 8 и 4, 32. Нам слитков не хватает. То есть, на самом деле, это получается у нас как бы приготовление к Draconic Evolution и приготовление к реакторам, потому что ни то, ни другое мы сейчас с вами не забубеним просто из-за того, что у нас не хватает ресурсов. Нам не хватает, опять же, тоже эссенции, то есть же, да всего не хватает. Но я думаю, мы можем сейчас с вами взять семена дракония и посмотреть, что нам еще здесь не нужно, что у нас растет на хороших грядках. А знаете, что растет на хороших грядках? Чего? Идем сюда и смотрим, куда я посадил древесину. В супримевую пашню. Я как так умудрился сделать-то? Зачем я это сделал вообще? Это, конечно, прикольно. Древесина растет быстро, но это же трындец, как расточительно. Саша, ты что творишь? И сам не вижу этого даже. Я про это забыл абсолютно. Видимо, я так сделал временно, чтобы в будущем пересадить. Так что сюда же сажаем еще драконевые семена. Ну нет, нам древесина, конечно, нужна, но мы можем с вами поменять местами. Сюда пойдет все-таки инферевая. А вот сюда пойдет саженец дуба. Нам все равно, что он растет там минуту 17 в этой пашне. Ну, блин, плевать. Зато у нас с вами семена из Draconic Evolution продолжают расти. А здесь у нас с вами трезубец, прикиньте. Вот это редкий лут. Я просто заглянул, чтобы, ну так, почистить немножко, убрать, что здесь есть. Я планирую, естественно, просто сейчас отойти на несколько часиков. Я надеюсь, за это время произведется, естественно, соберется огромное количество там произведется, а здесь соберется инферевые эссенции. И мы с вами сможем закончить то, что я запланировал на этот выпуск. Но вот теперь-то у меня сейчас на самом деле уже прошло еще 3 часа сверху того, что было. То есть в общей сложности накопилось даже 4 часа. У меня еще 3000 эссенций здесь. Нужно туда сгонять, посмотреть, что там происходит. Я уже оттуда забирал сейчас. Но может быть сейчас там еще парочку сотен собралось. Давайте глянем. 454, нормально. Ну-ка, еще чуть-чуть, все отлично. Таким образом, мы сейчас с вами абсолютно точно доделаем 4-ю инсаневую эссенцию. У нас, кстати, уже с того момента 217 драконевые эссенции. То есть это можно сейчас вот так вот, что ли, да? Да, вот так вот. Еще 27 слитков сделать, шикарно. Нет, но мы к этому придем в следующем выпуске, просто потому что сейчас это очень много времени займет, и так много с вами сегодня сделали. Супримивая. Эти две еще остались, но это может быть пригодится там, не знаю, почву сделаю как вариант. И, естественно, четвертая, инсаневая, в общем, это действительно безумие какое-то, как все это долго занимает. Но зато мы с вами сейчас делаем уже топовую вещь, то есть топовые семена. Там всего 3 семени, которые делаются из этих как раз инсайневых эссенций. Так что нам нужно будет еще на парочку накопить. Но сейчас уже, благодаря тому, что у нас с вами есть эта система и та, это будет гораздо проще. Давайте. Причем делаются они так же быстро. У нас с вами появляются семена нитрокристалла. И если я все правильно понимаю, в инсайневой пашне только там мы с вами можем получать как раз эссенцию нитрокристалла. Вот отсюда вот, что у нас здесь растет. У нас инферий растет, да. Нет, не так. Вот таким вот образом поднимаем. Аккуратненько. Я надеюсь, что ничего не сломается. Ставим сейчас вот это добро сюда. Сюда закладываем пашню и, естественно, сажаем. Раз в 1,5 минуты. Кстати, это очень быстро. Ну и это можно теперь ускорить. Вот так вот, 128. Все, у нас с вами это дело пошло. Теперь, на самом деле, еще остается немножко семян подождать. И, может быть, сделать еще одну такую же пашню. Это все-таки будет подешевле. Семена дракония уже 13 штук. Так вот, вот она пошла, эссенция, соответственно. А сколько мы с вами из эссенции будем получать? Одну штучку, что ли, да? Вот таким... Нет, подожди, как она делается? А, звезда Незера, но мы будем получать 12 нитрокристаллов. Это, честно говоря, это прям очень хорошо. То есть, таким образом, я думал, что это будет гораздо дольше, но нет. Мы сейчас можем быстро фармануть. То есть, давайте вернемся тогда сейчас к Пава. Ну-ка, Пава. Я думаю, знаете, что мы с вами сделаем? Мы оставим вот этот реактор здесь, где он стоит. А новый реактор перетащим... Поставим где-нибудь здесь, да? Почему у меня здесь постоянно вода течет? Мне это не нравится. Давайте поставим хотя бы блок. Вот тут можно будет его разместить. Все, верняк. Вот у нас с вами здесь что? Я и забыл про это место. А там внизу этот самый, как его, визор у нас. Так вот, поставим генератор здесь.
сюда он будет выходить. Здесь у нас с вами будет связано что-то с Draconic Evolution. Печку отсюда переставим, поставим здесь, например, реактор из Draconic Evolution, ну, потому что он занимает довольно-таки большое количество места. Либо, может быть, придется выходить на поверхность, не знаю, посмотрим. И за это время, пока я болтал парочку минут, получилось 18. То есть мы с вами можем спокойно сейчас закинуть сюда, забираем 2 звезды и делаем 24. В общей сложности это 36 нитрокристаллов, но вопрос заключается в другом. На 4 блока нам понадобится 4 нитроконденсатора. То есть, чтобы получить 36, это нужно 9 раз вот такой крафт, то есть 36 конденсаторов, чтобы сделать его. Пасты не хватило, но сейчас уже можно пасту вот так вот сделать, потому что у нас с вами всего этого добра навалом. Всего, кроме глины как раз. Но глину мы с вами делаем как? Секунду, я забыл, как мы с вами глину, честно говоря, делаем. Если не ошибаюсь, эссенция воды, эссенция земли и, наверное, наоборот. Вот таким образом. И мы получаем с вами глину. Все, глина у нас с вами тоже есть, я совершенно про это забыл, что у нас с вами ее просто дофига. Естественно, пока все фармится, быстренько их завалю. Оу, май гад, он меня убил, и я получил розовый визор. Ха-ха, офигеть. Офигеть. Слушайте, это очень круто. Стоп, а где она? Вот она. То есть, в принципе, почему бы и нет, можно таким образом фармить розы. Я немножко что-то как-то увлекся и не заметил, что очень мало здоровья, и, соответственно, просто начал следующую битву. Таким образом, естественно, сдох. Ну, в принципе, ладно, нормально. Ну-ка, давайте вобьем роза. Посмотрим, что из нее можно сделать. То есть, как из нее можно сделать еще розы. Потому что здесь была такая возможность. Квизер нет. Краску предлагает из нее сделать. Вот сволочи. Фитогенный облучитель. Вот. В фитогенном облучителе мы с вами можем... Костная мука нужна. Вода, энергия. И мы можем делать... Да ладно тебе, а он сложно делается? Рамка механизма. Так, оловянная шестерня, это мы можем сделать. Стоп, да даже побольше сделаем сейчас сразу. Теперь пошла рамка. Теперь красная это есть, земля есть. Люмиевая. У нас вот этого нету, да? А из чего делается? Люмиевый слиток. Оловянная пыль 3. Серебряная. И 2 светокаменные пыли получим 4. И пока у нас набирается эссенция, мне нужно будет сейчас еще и убить, естественно, этих самых осушителей. Пока она набирается, да я уже на самом деле все сюда закинул, да, все правильно. То есть, еще раз, нам с вами нужно сделать вот эту смесь. Давайте по максимуму 44. Переплавить ее. Я думаю, что здесь просто вот... Вот так вот. 64 не нужно было делать. Зря это. Только потратил время в бутылке, да? Ну ладно, немножко потратил. Еще раз возвращаемся, делаем с вами раз-два, закидываем и делаем с вами фитогенный облучатель. То есть теперь мне нужна костная мука. Вот, кстати, интересно, что у меня с костями. У меня, в принципе, довольно-таки большое количество костей, как таковых. То есть костная мука имеется, но, как понимаете, не очень много. Я сейчас не хочу это дело сильно автоматизировать, я просто хочу парочку роз сделать, чтобы у нас с вами были запасные. Ну, дополнительные, точнее. Мало ли где пригодится. Так, тебя, наверное, поставим сюда. Да, электричество есть. Воду. Воду я сейчас принесу. Можно было бы подключить автоматизацию, как бы провернуть здесь. А, можно было бы вот сюда поставить. Ну ладно, ладно, потом. Успеется. Как и сказал, прямо сейчас просто делаем парочку дополнительных роз, вот и все. Так, мы с вами должны положить костную муку сюда, розу визору туда. И в принципе процесс пошел, процесс медленный. Ну-ка. Офигеть. Офигеть. Вот это совсем другое дело. Вот это я понимаю. Таким образом, мы, естественно, можем их себе накрафтить. Из них делается земля-краситель. И загадочное рагу, которое нам сейчас не шибко нужно. Они могли бы расти просто в ботани-пот. Ладно, я тебя понял. Но, в принципе, и так тоже неплохо получается. Еще один визор улетел. Я надеюсь, что мне этого хватит. То есть... Ты там не умираешь, нет? Нет, не умирает, все хорошо. В общем, я надеюсь, прямо сейчас больше их убивать не понадобится. И самое главное, чтобы хватило абсолютно всех ресурсов. Давайте это сюда. 36. Так, стоп. Закидываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Больше не нужно, ровно 36. И теперь возвращаемся в ПАВА. И для того, чтобы нам это сделать, нам понадобится 9 вот таких корпусов. Нам не хватает поперечных. Но попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В
Вроде этого должно хватить. Это добро все уходит туда. Сейчас должно получиться ровно 36 реакторов нитро. Офигеть, я в это просто не верю. Черт, у нас с вами еще и уранинит есть. У нас все есть. Мы можем сейчас вот это переплавить по большому счету, да? То есть еще получить немножко там, ускорить. Ну что, пошли ставить? Он такой же по размеру, понимаете? 3 на 3, точно такой же. Здесь не хватает высоты, то есть высоту нужно еще поднимать. Ну-ка, а если вот так? Во, вот так хватает, там этот самый факел мешает. Какая красота. Ну, то есть, я понимаю, что он точно такой же, как тот, но просто это, понимаете, само осознавание того, насколько это величественная штукенция, насколько много она может выработать энергии. А здесь, я так понимаю, что точно так же у нас с вами буквально одно ведро. Сейчас мы с вами притащим. То есть, это как запасной охладитель, естественно, чтобы оно там просто внутри было. Ну и вот отсюда, из-за того, что сейчас здесь все встало и, в принципе, не работает, да и особо-то работать не будет, мы можем... Большую часть отсюда просто забрать. Два сухого льда оставим. Ладно, один сухой лед оставим. Там больше не нужно. Ну что? А, уранинит забыл. Берем с вами уранинит. И закладываем сюда. То есть сейчас производство само по себе уже 50 кей втик. 50 тысяч втик. Офигеть, если я кладу вот это все сюда, у нас с вами производство 74-75, оно будет потихонечку нарастать. Ну, то есть, энергия просто миллионами летит, офигеть. И нам нужно где-то ее хранить. Нам нужно какое-то охрененно большое хранилище, в котором мы сможем это дело все хранить. Сейчас я затрудняюсь на самом деле сказать, я посижу, подумаю, что нам можно было бы для этого использовать. Но прямо сейчас он остановился, да, кстати, мы включаем, да, то есть эту фигню обязательно, чтобы он отрубался, когда у него производство остановилось. Выработка 88, офигеть, 88к втик. Что ты с этим будешь делать? 80 миллионов энергии. А, кстати, вопрос у меня вот такой вот. Зарядоотвод. Нам нужно всего... А, нам нужно предыдущий, резонансный, то есть вот такой вот. То есть, чтобы пламенный улучшить до следующего, нам нужно предыдущий, понял тебя. Но это, блин, такое западло. Ну, в принципе, можно сделать из алмазиков. Потом, эта штука делается из изумрудов, 1 миллион энергии. И вот это у нас с вами есть. В принципе, он уже будет отдавать 3 кей в тик. То есть, таким образом мы с вами сможем создавать что-то очень мощное. Но просто нам сейчас это уже не нужно здесь, потому что мы отсюда создали все, что, в принципе, нам нужно было в этой, естественно, модификации. Все остальное, это дальше уже Draconic Evolution. Вот эта бандура, это то, ради чего я сегодня все это затеял. И у нас получилось это сделать. Это я не знаю, какой там выпуск у нас, черт. Я тут почти ничего не сделал, я на самом деле почти не развился. Но при этом мы с вами сделали... О, кстати, прикольно, мы вот это должны забрать. Мы с вами получили, может быть, третий по мощности реактор, который производит, естественно, энергию. То есть вроде здесь больше ничего мощнее не должно быть. То есть может быть только из Draconic Evolution что-то такое. То есть не знаю, я просто еще настолько не копался. Плюс мы получили семена вот эти вот. Самый сложный аккумулятор нитро получаем, прикольно. Дальше у нас с вами остаются семена звезды Незера. А как они делаются? 4 звезды Незера, 4 инсаневый. Этим тоже нужно будет заняться. Тем более, если мы сейчас с вами так посмотрим на это добро, у нас с вами 3,6 инфериевой эссенции здесь. Тем более, производство инфериевой эссенции сейчас здесь. Оно, ну не то чтобы запредельное, оно очень-очень большое. Вот там все стоит. Здесь парочка. Там он стоит. Драконевую сейчас еще одну поставил, кстати, да, в супримевую. Здесь у нас с вами просто нон-стопом, оно просто нон-стопом забивается. То есть еще там 500, естественно. Но это мы с вами будем уже делать в следующем выпуске. Я безумно, безумно доволен вот этим вот. Эта штука, это просто кайф. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.